Мне часто задают вопрос, есть ли самый простой МК по плетению василька из бисера. Сегодня мы с вами самый-самый простой способ плетения василька изучим. Для этого нам потребуется проволока различного диаметра, зеленая и медная, флор-лента, бисер трех цветов для листьев зеленый, для самого цветка вот голубенький и розовый. Линеечка, ножницы, наши основные инструменты. Нам нужно вот 18 сантиметров проволоки. Сдеваем на нее бисером. На наши 18 сантиметров 10,5 сантиметров бисера. По краям делаем 2 петелечки, чтобы наш бисер не слетел. Отсчитываем 12 бисеринок. Отсчитали, немножечко спустили и вот так все придерживаем. Опять отсчитываем 12 бисеринок. Вот эти следующие 12 бисеринок отсчитали. Вот, берем и делаем первую петелечку. Прокручиваем несколько раз. Вот эти 12 бисеринок у нас с вами остались. Снова отсчитываем 12 бисеринок. Считали. Рядышком с нашей первой петелькой делаем вторую петельку. Опять провернули несколько раз, вот получилась вторая петелька. Снова отсчитываем 12 бисеринок. Отсчитали. Рядом со второй делаем третью петельку. Прокручиваем несколько раз. Так, 3 петелечки получилось у нас уже с вами. Делаем нашу четвертую петельку. Так у нас с вами должно получиться 4 петельки. Здесь должно оставаться где-то около 12 бисеринок на втором конце. Закрепляем наши 4 вместе, петельки сворачиваем. Подгоняем с двух конечков, двух краешков. Все. Здесь тоже закрепляем. Получается вот такая вот заготовочка. Такая заготовочка для нашего василька. Таких нужно будет сделать 6 штучек для одного цветочка. Дальше берем бисер розового цвета, набираем на проволочку, отсчитываем 20 бисеринок. Делаем первую петлю нашу. Сделали. Теперь можно не отсчитывать, примерно вы же видите, какого размера у вас петелька. Особой тонкости что-то особо не нужно. Делаем вторую рядышком. Так делаем 7 петелечек. Последняя, 7-я. Вот. Ну, небрежно выглядит так пока сейчас особо. Не старались, и все. Самое главное, нам эти 7 петелек между собой закрутить. Отрезаем. Вот. У нас получается. Это получается серединка нашего василька. Берем серединку и к ней прикручиваем наши синенькие штучки по очереди. Все, к основанию серединки прикручиваем. Вот, вот так вот выглядит наш цветочек. Сейчас мы будем с вами листочки плести, а потом уже собирать цветок полностью. Ну вот, для нашего василька теперь нужно нам с вами сплести вот такие вот листочки. Так, для начала берем проволочку зелененькую, у нас 60 сантиметров я беру проволочки. Берем зелененькую бисериночку, где-то отыскиваем центр, у нас должен быть. Вот так, по центру. И закрепляем теперь нашу бисеринку, чтобы она никуда не села. Набираем 7 бисеринок.
Разъединяем на каждый кончик проволоки по 4 бисеринки. 4 бисеринки на один конец проволоки набрали. Одну бисеринку убираем. Через 3 бисеринки продеваем сквозь проволоку. Теперь самую с другой стороны. Набрали. Опять просовываем через 3, одну оставили и через 3 бисеринки пускаем. И таким образом мы делаем плетем весь листок. Листочки могут быть больше, меньше, как вы хотите. Самое главное вот начать его. Следующий у нас также будет 7 бисеринок с вами сдеваться. Опять будем раздваивать проволочку, только здесь вот мы 4 бисеринки набирали. Следующий ряд можно 5 набирать. Следующий ряд 6 и так далее. В зависимости от длины ветки у вас каждый раз будут добавляться бисеринки. Для тех, кто как бы это не поймет, я еще раз повторюсь, будет подробная схема при локации. Вот. Так вот такие вот у нас листочки, похожие на елочку. Кто собирал когда-то елочку, конечно, проблемы не будет в плетении. Вот. Сплели мы с вами, так как это краткий у нас мастер-класс. Все. Берем проволоку более толстого диаметра для того, чтобы цветочек наш собрать, флор-ленту и начинаем собирать цветок. Цветок мы уже с вами собрали, бутончик. Привязываем теперь к основанию флор-лентой, приматываем. И пошли по кругу. Я вам показываю самое простое. Все, ненужную флор-ленту мы отрезаем. Вот первый наш василечек готов. Ну и хотя бы троечку мы таких василечков должны сплести. Расправляем полностью, чтобы форму дать цветку. Все.